В Омской области стало больше машин скорой помощи. 15 автомобилей поедут на вызовы уже в этот понедельник. 5 УАЗов отправят в сельские районы. Там машины повышенной проходимости нужны больше всего. В Омске остаются 10 «Газелей». Все машины куплены за счет федерального бюджета. На это потратили около 30 миллионов рублей. В течение года будет выделено еще 50 из областной казны. На них приобретут 10 реанимобилей. По словам врачей, покупка новых машин пришлась кстати. Сейчас из-за эпидемии гриппа и на медиков, и на автопарк идет двойная нагрузка. Когда автомобиль ломается, сходит с линии, естественно, какое-то время нужно для того, чтобы пересадить бригаду на свежий автомобиль. А в ситуации, когда автомобили новые, я думаю, что мы этой ситуации избежим. Избежим именно вот этих поломок, которые, ну, дороги буксуют и так далее. То есть проблемы есть, они, каждый житель города их знает. Это улучшит симметрично на всей территории города обслуживание скорой помощи, ускорит.